Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Московский художественный театр имени Чехова. На сцене в этот день прошел спектакль «Юбилей ювелира», главную роль в котором исполнил народный артист СССР Олег Табаков. По окончании спектакля губернатор поздравил артиста с успешной премьерой. Также в ходе короткой встречи обсуждалась возможность организации на сценах подмосковных театров ряда премьерных показов, которые могут пройти в рамках акции «Подмосковная афиша театра Олега Табакова». Традиционно в октябре в Подмосковье проходят различные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. В этом году в регионе впервые проводится фестиваль по скандинавской ходьбе. 16 октября фестиваль «Золотая осень» стартовал на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В нем приняли участие порядка 500 человек из числа пенсионеров и людей с ограниченными возможностями из 45 муниципальных образований Подмосковья. В рамках Всероссийского открытого детского патриотического проекта «С чего начинается Родина» в концертном зале детской школы искусств города Видное прошел концерт, посвященный 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. В рамках концертной программы прозвучали романсы, песни и инструментальные произведения в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Баскетболистки «Спарты» в тяжелейшем матче премьер-лиги чемпионата России уступили соперницам из Вологды. Всего 3 очков не хватило нашей команде, чтобы уйти от поражения. Следующий матч «Спарта» и компания также проведет на выезде. 25 октября наша команда поспорит с Курским «Динамо».